А это что за говно? А, это мусорный летун, но... Я не знаю, почему на меня мусорные летуны нападают, но да ладно. Может, не думают, что я мусор? Но мне вроде формы нету. Не знаю, вообще. О, боже. Да. Что мы хотим увидеть от Звездных войн? Конечно же, мусорную, мать его, свалку. Вау. Чувак, ты большой. Все, готовы? Окей. Или еще кто-то есть? Просто не вижу. Не? Вроде все готовы. Не, ну здесь сложнее. Ладно, здесь сложнее найти всяческие очки силы. А, нет. Просто случайно сюда зашел, ну ладно. Пока. Страж. Каки. Как страж. Буду тебя так называть. Чтоб по-советски всем было понятно. Вау, мне так нужно здесь увеличенный урон. Кого мне забивать? Мусор трамбовать. Ах, попал. И сейчас большой, видимо, двигатель полетит. Вокруг планеты, знаете, облетит. Окей. Да, видимо, мусорный страж пришел, большой мусорный страж. Это, видимо, большой леденец у него на руке. Сейчас он заставит сосать. Тебе что надо? А ты кто? Ты что из воздуха появился, слышишь? Вау. Вау. Да охереть просто. Что мне с тобой делать, мужик? Да охереть! Господи, я ничего не могу сделать. Зашибись. Ой, да ну вас жопку. Нет, вот это уже опасно. Вот это я, вот здесь я уже ни хрена не джедай. Что-то можно было взять, я не знаю. О, господи. Буквально ни из чего. О, боже мой, меня добила какая-то маленькая херня, которую не видно было. Ну, понеслось. О, боже мой, еще больше всякого говна. Нет, до свидания, ребят. А, вот для чего мне нужен увеличенный урон. Окей, значит, я его брать не буду сейчас. Но это было немножко туповато. В принципе, половина игры немножко туповато. Меня убил какой-то мусорный мусорприемщик, я не знаю. Дебилизм. Да-да-да, конечно. Ага. Я, короче, их не буду убивать. Это бесполезно. Все равно они возродятся. Какой смысл их убивать? Ну я прыгнул только, игра, ну. Хотя я это видел, это можно пропустить? Наверное, нельзя. Окей. Мы это будем видеть, видимо, много-много раз. И такая концена интересная, мы ее. Сие есть тупость от студентов. От студентов, видимо, гуманитарного университета какого-нибудь, там, гуманитарной специальности. И да, мне так интересно смотреть на все эти ролики. Капец, в 50-й раз, наверное. Угу. Вау, мне пригодились удары в воздухе. Я удивлен.
И он прямо подо мной возродился. Возрождающиеся бесконечные враги. Зоны, в которые ты можешь улететь. Что это было сейчас? Вот ты что делал сейчас, а? Что ты все... О, посмотрите на это. Как, кстати, уходить из этого? А, блин, у меня силы нету. Окей, я просрал половину хп сейчас буквально ни на что. Я не знаю, чем он там занимался с этим мусорным сборщиком. Вот честно не знаю, поэтому спрашивать не буду. И снова это потрясающий ролик. Мне нужно бежать всего лишь до той стороны и взять увеличенный урон. Все, что мне нужно. Но я этого не сделаю, потому что меня будут убивать только вот... Вот за нихер делать. Вот хлебом не корми, маслом не мажь. Я прыжок нажимал, знаешь, игра такой... Ты вот прыжок. Да? Ты в курсе, да, что есть кнопочка прыжка? Вот так вот я делал. Ау. Окей, сейчас главное не промазать. По кнопочкам. Вот так надо было разбираться, в принципе, с тем шагоходом, который был изначально. Помните, в той прошлой миссии? Но я его забил как-то странно. В легкую. Преклонись, раб. Окей, я это сделал. Не так, в принципе, как это стоило, наверное, делать, но... Ну, зашибись! О, господи, их можно было брать вот так в руки и управлять вниз? Окей. Чёрт! Я думал, что они не поднимаются. Они с шириной своих плеч меня смутили. Думал, ой, парнишки, какие красивые. Так, и что теперь? Джедай не профессионал, может так и пернуть от натуги. Они постоянно так... Постоянно так тужатся. Когда что-нибудь делают. Так, стоять сзади, что-то было стопудово. Не открой моей смерти ничего. Ну да, конечно же. Ведь это все, что я хочу. Отодвинуть с места, и чтобы нельзя было ей убить врага, да. Это то, что я хочу. Это вообще испарился в воздухе. Видишь? Просто свали отсюда. Нет, главное мне не свалить отсюда. Вообще-то я хотел шарик взять, но ну ладно. Окей. Ладно, на них не действует сила, буду знать. Точнее, действует сила, но плоховато. О, боже. Фейспалмище поганое. Это не игра. Вонючее фейспалмище. В жопу этих кретинов. Я пошел отсюда. Нет, спасибо. Чем быстрее я закончу эту игру, тем будет лучше. Для меня и для всех. Только я этого не сделал, потому что нихера себе! О май гад! Вы посмотрите на количество врагов! Это же просто пипец. Что? Я достал кого-то из-под земли? Вы это видели? Мне не показалось, нет? А, давай, давай, вниз. Все, пока. До свидания. Такие сложные враги, капец. Он упал! Я ничего не могу сделать. Либо могу, но хер знает как. После того, как встать по-быстрому.
Чтоб встать, точнее, побыстрее. О, боже мой, он застревает в враг. Давай еще раз толкни меня. Thank you very much. Это закончилось. Старперская плита. Ну, надеюсь, вот так сканает. То мне неохота убивать их заново, если честно. Так, спокойно. Воу-воу-воу. Все окей. Все, я жив. Я жив! И что здесь я должен сделать? Что точечка горит, ну, видимо, пройти. Там еще и сзади что-то оставил, кстати. Видите? Стрелочка горит. А, они у меня силу запитывают, что ли, да? Похоже, да, они мне силу отбирают. Ну, короче говоря, силы ничего не делает, окей. Надо молнией мечом, молнией мечом, поэтому молнию-то и дали. Дарт Вейдер такой, эй-эй-эй, Старкиллер, стой, ты забыл молнию. Когда выходил Старкиллер, окрикнул его. Такой, Старкиллер, ой, да, извини, как я мог. Все такое. Я даже забыл, кого я иду убивать, если честно. Вам здесь какая-то битва будет страшная. Да, еще один мусорный монстр. Мусорный тиран, или как его там зовут. Вау. Ну да. Окей. А пока я причем не прицелюсь. Ну а пока я это сделаю, он меня уже успеет ударить. Ну все, я труп снова. Слишком мало времени дается на все. Слишком мало хп. Слишком мало всего. А, черт! Силушка закончилась. Надо больше силы. Ну, зашибись. Хоть она была вдалеке от меня, но да ладно. И вот так вот будет постоянно всю игру. Чё, очки за уничтожение, чё, коробки? Сидеть, падла. Так, стоять. Ауч. А хочу хоть раз ему по харе писать. Похоже, нашел место, где он его шикарно может забить. Да, и каждый раз будет одна и та же анимация. Правда, у него здесь рука вообще оторвалась почему-то. Камон, давай. Засунь эту вот... этот леденец ему в рот. Или куда ты ему засунул там его, извращенец. Так. А, так можно было обычной силой. Так можно было его обойти просто, и все. И не париться ни за что. А, как туда попасть? Ау. Я там нашел силушку. А, вот здесь еще была, ни хрена себе. М-м-м.
вообще-то... Ладно. Вот здесь можно поставить ее и с нее спрыгнуть. Запрыгнуть наверх, точнее. Да нет, просто поставь на пол! Уродец. Хотя я так могу, наверное, запрыгнуть. Уе! И еще одна, ни хрена себе. Кристалл силы Фиркран. Это что такое? Это что такое? Меня интересует красный кристалл. Нет. Атаки ты ничего могут нанести дополнительный урон энергоразрядом. Ну так, возьмем его. Чё бы нет-то? Он, видимо, придает. А, да, он придает отблеск. Мечу. Сейчас видите, золотой такой отблеск. А сам меч красный. А, конечно, все будут. Воу-воу-воу, там вообще что-то не прогрузилось, похоже. Пока я шел. Летел, точнее. Ехал. Что я там делал? Джедай. Инвалид. Отлично. Он бы еще инвалиду коляску взял и ней бы дрифтовал. Конечно, кинематографичная камера, но она... намешает. Надо блокировать иногда удары. Ауч. Это же больно, урод. И это тоже больно. Так, понял. К нему только после заряда молнии подходить. Таракашка. Вау, нифига себе он быстрый. Охереть, он злой. Я тебя ненавижу уже, таракашка. Да блин, я не могу к нему, от него эта камера поганая. Охереть. А блокировать удар, я думаю. А чё он сейчас не атакует? Так, ладно. Я тупил, надо было блокировать удары. Я думал, что они блокируемые почему-то. Уродец! Где он? Ах ты, козёл. О, нет! Ты что, издеваешься? Ладно, не суть. Он не такой страшный. Фак. По крайней мере, я хп пополню. Ай, да блин, он не быстро, не сразу реагирует на мои удары. Снова урод. Камера неудобная, ужасно. Я не буду бегать, просто буду ждать, пока он будет бить и все. Воу! Силушка! Может, я могу силу сейчас быстрее восстанавливать. Заставить. Так, концентрация силы. Нет, освоение силы. Вот. Другое дело. Да бляха-муха, этот вонючий взрыв.
Вонючий взрыв. Вау. Ты можешь пробить блок. Слушайте, ну я нажимаю эту молнию, она не работает. А начинаю его бить, и сразу молния спадает. Ну вот видите, начинаю бить, молния спадает. Вон иди. Вон иди, Каздан. Я нажимал блок. Ну ладно. Да пошел ты в жоп, нихера себе он мне хп снял. Ну что это такое? Я даже уйти не мог. Я рано начинаю нажимать удар. Ой, ты быстрый, капец. Охереть. Бред. Ну, зашибись. Я тоже, может, силушка его. Ну, я пытаюсь что-то сделать, я даже встать не могу. What? Это что было за балерина в исполнении? Шипись. Ну теперь мне с этим опять мусорным говном сражаться до хера времени с этой неудобной камерой. Может, и можно отключить? Я не помню, слушайте. Один удар, я труп. Она просто подходить ему сзади только. Куда ты бьешь? Буду забивать только молнии, ничего не знаю. А нафига парец? Восстановим силу. А, по-моему, еще очки сил надо заново вкладывать. По-моему, да. Они не сохраняются между чекпоинтами. Если они это не поправили, естественно. Нет, поправили. Ну или оно и так изначально было. Но, по-моему, нет. Да охереть! Я не могу дальше пройти сюда. Да пошли в жопу! Это что за бред такой? Вот это нихера себе только что было сейчас. Запихнули в конец карты. Обосраться. Куда ты бьешь? Ну все, я снова труп. Еще немножечко. Ох. Так, этот есть. Сейчас я еще хп пополню за счет него. Надеюсь. И он, наверное, еще одного вызовет потом. Да, полностью хп пополнил! Замечательно! А это что за херня? Ты смотри, куда ползешь-то, старикашка, мало ли что будет. Я тебя не буду возить травмпункт потом. А, окей. А, он по-моему, даже не джедай, он просто... Некто с силой.
А, и чё? А, это у меня меч молнией бил его. Пошел вон! Сосать, уродец! Ну, по крайней мере, ему хп снял. Фак. Где этот уродец? Зашибись. Я ему не дал ничего сделать, окей. Давайте что-нибудь будешь делать, нет? Фак. Я его бил, ну ладно. Да пошел ты в жопу, а! Вот это как назвать? Слушайте, идет он нахер! Я сейчас сдохну. Тихо, отойди. О, фак. Может, в зависимости от хп он уходит. Чем меньше хп, тем больше шансов того, что появится мусорный титан. Ну, конечно, вмочить его, это просто не так интересно. Могли бы просто мелочи... Да ну нахер! О, охереть! Я не был у его ног вообще! Замечательно, теперь он в другую сторону. Окей. О, боже мой! Ненавижу это говнище! Кого ты бьешь? Молодец! Думаю, сейчас кончаюсь. Так, здесь была невидимая стена, вы это видели только что. Так, он его не хотел его сейчас бить. Так, половина хп уже есть, снес. Фак, я подумал, что уже можно... Нет! Нет, не зыхай! О, боже мой! Так можно и скончаться, ведь серьезно? На самом деле? Так, ну фиг там и венцах, я хорош! Я хорош! Только немножко один просрал, совсем чуть-чуть. Так, все, у меня полный хп, что ты мне сделаешь теперь, уродец? Я Ну нихер... О, боже мой. Тут по-любому есть какая-то тактика особая. Противостояние с ним как можно быстрее... Ва, правда что ли? Окей. Угу. Ошибись. Сдохни уже, маленькая тараканная тварь, а. Я хотел отбежать, но это невозможно сделать, потому что он... Не сразу кнопку, не сразу делает то, что еще я прошу сделать. Уходи! Господи! Здесь еще как заблокирована камера была. Если я сейчас сдох... Слушай, иди в жопу! Fuck you! А, и еще он меня ударил, отлично. Где он? Где он? А, окей, он здесь. Классный урод ставить и блоку на одной, на одной кнопке. А, он не дает это сделать.
Слушай, это, ну... Ну, бей его молнией уже, спасибо! Представляете, нажимайте кнопку Y всякий раз, когда стрелка находится в красной области. Дайте забить просто. А, фак. Я сейчас сдохну, я сейчас сдохну. Нет, нет, пошел вон. Фак, совсем нет хп. О, боже мой, кто делает эту битву с боссом? Кто придумал эту сраную камеру вонючую? Вот кто? Нихера ее выключить нельзя, она такая поганая, нихера непонятно, что. Вот, спасибо, нет, все. Автоматически динамичные камеры, не надо этого говнища убогого. Так, только это не она. Увы. О боже мой, это так бесит, капец, ты не понимаешь, куда тебе идти? Тупизм! Тупизм! Стадо вонючих говноделов это делало! Поганые студенты! Капец! Я Эрику уже давным-давно нажал. Охереть, это херня тараканная. О боже мой. Как ты сильно меня раздражаешь. Не, ну ладно, это еще ничего по сравнению с этим... С имперским лайнером, что было, или как он там нахер называется. Мастерс! Give me the strength to kill. Отлично. Комбо, мать его. What? А, окей, он перехватил меня. Саня. В общем, с ним надо сражаться при помощи силы только. А, он застрял. Облом какой-то, видели? Так, молния, потом сила, окей. Уродец. Ладно, когда это понимаешь, становится драться намного проще. Методом проб и ошибок я наконец-то это сделал. Да, конечно, мусорный титан. Кто же еще? А, в жопу себе засунет леденец? У тебя как раз она по размеру. Ау. Знаешь что? Я даже двигаться с места не буду. Ты настолько лох, что даже ничего сделать мне не сможешь. Вау. Спасибо Кристаллу за то, что он это сделал. А, окей, куда ты бьешь? Он меня сейчас убьет ведь. Если игра не перестанет тупить. Я нажимаю Y, ну... Зачем они оставляют, показывают то, что я уже нажал Y, я не знаю, думаю, еще раз надо нажимать, что ли. Спасибо большое. Давай, иди сюда, еще раз померимся силами и все, и хватит на этом. Ау. Козел. А, я хватил ее.
А, окей, хоть я его нажму. Кого я еще захочу ударить молнией? Естественно, в объекты, да. Нет, ну уничтожу я тебя в рукопашную. А да твою мать! Я не успел так быстро сообразить. Спасибо, что дали второй шанс. С ним надо было сражаться при помощи... Ах, черт, не та кнопка. С ним надо было сражаться при помощи силы. Это все, что нужно было делать. Молния, сила. Молния, сила, не в рукопашной. Но я-то вообще дерзкий, пытался несколько раз одно и то же комбо провести. Мне это почти получилось, кстати. Пока. I'm sorry, masters. I've failed you again. Juno, I'm done here. О, фейлы! Просто фейлы! Были от меня сейчас. Ну, когда я понял, как с ним сражаться, точнее, не понял, а, ну, да, осознал. Я не мог вспомнить, потому что я не помню эту игру вообще. То стало намного проще его убивать. Такие дела.